Всем салют, с вами Агут. Ну что, с фильмом «Человек-паук. Нет пути домой» начинается настоящее веселье. Помимо того, что этот триквел разрушает границы вселенной, он также открывает новые горизонты в реальном мире. Для некоторых киносетей фильм уже стал самым успешным в предпродаже билетов, а для других он сделал шаг в мир новых технологий. В сети появилось видео, на котором трейлер фильма «Человек-паук. Нет пути домой» воспроизводится в формате ScreenX. А все потому, что Sony еще в начале 2021 года заключила сделку с создателями ScreenX компании CJ4Dplex на использование этого формата для 15 своих будущих фильмов, включая «Нет пути домой». Как вы видите, ScreenX использует три больших экрана для создания полного угла обзора в 270 градусов, чтобы погрузить зрителей в происходящее как никогда ранее. Кроме того, поскольку формат также использует сиденье, синхронизация движения и такие эффекты, как вибрация и запахи, здесь может быть реализован потенциал для полного восприятия фильма о Человеке-пауке. Но это ощутят на себе лишь довольно ограниченное количество людей, так как в настоящее время в мире существует всего 355 таких экранов ScreenX. Ну что ж, не знаю как вы, но я был бы не против на такое посмотреть. Вот так, всем спасибо, всем пока!